27-й квартал ДСК. В этом доме ремонт не проводился с 89-го года. И я точно знаю то, что нас там ждут интересные находки. Там искать артефакты такие мощные. Вместе. Черный ход должен быть открыт. Черный ход закрыт. Пойдем с белого. Местечко. О, давай. Крути, верти. Вживаться бывает. Чтобы понять, как думает бандит, стань бандитом. Думай, как бандит. Набор отмычек сделал. Вездеходов. Сейчас посмотрим, получится у нас попасть в подъезд. Ничего себе. С первого раза. Тут еще лифт старый. 89-й год. Они клевые лифты. Мне нравятся такие. Лифт вот с 89-го года, тоже еще советский. Как страшно! Не хотелось бы здесь застрять. Офигеть. Вот сейчас мы будем искать логотипы. Ты думаешь, что это вообще не делали ремонт? Мы ищем логотипы именно группировок. То есть улиц Казанская. Ух ты, какой вид! Оксана любит Артура, видишь, меня даже кто-то здесь любит уже. А мы здесь были. 27-й квартал, вот первый логотип мы нашли. ДСК. Смотри, дата. 94-й год. Да ладно, невозможно, серьезно? Ты представляешь? Мне было 6 лет. А мне было чуть побольше, 8 лет. Здесь уже более свежий, 98-й. Обалдеть, надо же. До сих пор сохранилась. Ой, это так интересненько. Я первый раз такой фигней занимаюсь просто. Мы были 8Г, 8Д, 9А. Это что такое? Ну, школа здесь рядом. Точно 8Г. Смотри. ГРС. Грязь. Отметилась. Ага. 39-й квартал. То есть мы сейчас на 14 этаже уже нашли 3 логотипа. Нам до первого этажа нужно спуститься. Надеюсь, на телефоне память хватит. У меня терабайт, новенький телефон. Я готовилась. Это, в общем, было только начало. Просто тут читать, не перечитать. Война и мир отдыхают. Вот давайте сразу пойдем. Вот логотип я нашел. 38 ТВК, 38 квартал. Вот, 39-й сила, 39-й квартал. 97-й год, 6 марта, надо же. Так, здесь у нас 37-й квартал, 25-й квартал. Вот, 38-й квартал. 25-й. 25-й, ПСК. А это кто? Так, мы так и не смогли расшифровать, что это за контора. Тоже 95-й год. 39-й. Ну, очень колоритный подъезд. В принципе, я в первый раз на такой наткнулся. Ну, вот это я уже понимаю, это я знаю. 25-й квартал, вот, ДПК. 37-й квартал. 27-й же. Вот, ДПК, это расшифровывается 25-й квартал. Это уже другой логотип. Это ТВС, телестудия «Восстание Союз». Телестудия, это уже другой район. Так, вот ТВС у нас. Ага. ТВС. Отлично. Вот тоже какая-то корона. И вот колпачки шутовские. То есть кто-то, представитель определенной короны улицы, ставит корону, улицу свою пишет. А недоброжелатель ставит такие шарики. То есть типа это уже шуты, а не короли улиц. Вот тоже ТВС. 37-й квартал. Здесь вот Кирова. Кировские, это в центре базировалась группировка. Впервые встречаю ККК, Кремль Короли Казани или кинопленка Короли Казани. Телестудия «Восстание Союз», ТВС, КСМ, комбинат строительных материалов. Это
высотка ВС, ТДК 39 квартал, ДПК 25 квартал, так, БСР банды Советского района, ПСК, так мы не можем никак расшифровать, ККК или кинопленка или Кремль, 20-й сила, это 20-й двор, БСР. То есть такой концентрации логотипа, в принципе, я еще пока нигде не встречал. Получается, вот такой логотип интересный. Очертание, как будто ПВС написано. Ну, Павлюхина сила, возможно. Но именно в таком варианте первый раз я встречаю этот логотип. КСМ? Ну, комбинат строительных материалов. Это КМС уже. Карл Маркс сила. То есть это тоже в центре базируется. Это контора. КПСС даже есть. Первый раз я встречаю. Красной позиции сила. А, красной позиции самые сильные. То есть эта группировка уже рассыпалась в 90-х годах. Вот первый раз я встречаю этот уникальный именно логотип. Уникальный подъезд. Столько контор, которые вообще я никогда нигде не встречал. Именно логотипы. Даже Брок здесь отметился. То есть он уже не существует в середине 90-х годов и перешел к ТВС, то есть Союз. Бродбауна, Бродвей. А, ничего себе. Союз группировок БСР в себя включал множество группировок до 10. А это вот отдельный представитель БСР в космос здесь отметился. То есть здесь, ну, не видно, но здесь вот понятно, что космос. И вот такие вот характерные стрелки. Пацаны из 90-х, если вы видите это видео, вот именно Саид, Масол, Ёжик, то есть это пацаны из 90-х. Если вы видите это видео, всем привет. Всем сейчас долгих лет. Лет? 50? 40, 50, может, да. Привет, дедули. Юный силометил даже есть, прикинь. А что за 32-й? Они врут? Это 38-й квартал. Сила. А почему 32 декабря? Ну, походу, 1 января писали. То есть 89-й год это еще период асфальта, асфальтных войн. То есть, ну, на кварталах люди себя более-менее безопасно чувствуют, потому что союз группировок сюда левую не залетали. Но это период асфальта. Ну, смотри, ЮСО, первый раз логотип тоже вижу. Юные силы Аметьева. Контора такая была. Мы просто ходим полчаса по одному этажу, спустились на этаж ниже. ЯБ. Яна Бесте, смотри. Яна Бесте, новотатарский. Можешь мне, пожалуйста, просто рассказать, почему ты это изучаешь, почему тебе это интересно и важно? Ну, я сам историк по образованию, во-первых. Во-вторых, это уходящая эпоха. То есть сейчас все подъезды, капитальный ремонт проходят. А это отпечаток времени. То есть это документальное свидетельство. То, что в Казани была насыщенная группировочная жизнь, и казанский феномен был настолько развит, вот мы можем смотреть даже по этому подъезду. То есть такая насыщенность группировок, то есть у нас в Советском Союзе, в России нигде не было. То есть уличных группировок. Изначально они уличные были, потом там коммерция пошла. 39-й квартал, 27-й квартал. СКР это я не знаю, сила. Хадид Такташ, скорее всего. ВС, я не знаю, что это такое. Ну, здесь вот везде корона встречается. Здесь вот корона. Короли, ГРС, как я понял. Грязь. Короли. Смотри, кто-то сидел и рубился в крестики-нолики. Да-да-да, ниферы. Все, кто относился к субкультуре, так сказать, братва, группировщики называли неферы. А неферы, соответственно, группировщиков называли габы. Здесь вот неферы, да. Лохи. Я тусила с неферами, но да. У меня друзья габы тоже были. Я была между лохом, что ли, посередине. Нет. Все исписано. Это вот тяга человека, что им кукарябать. Вандализм. Ну, в защиту казанских древних гопников скажу, что весь центр Рима, Неаполя
и Барселоны изрисованы в граффити. На таких исторических красивых зданиях. Целестузия, восстание, союз, ХДК. Хитрый двор короли, скорее всего, потому что Хайдерский двор короли от 90-х пошел и через точку писалось. Походу, это хитрый двор. Тоже первый раз встречается логотип хитрого двора. ЗВС. Зорги. Всех сильнее. Зорги. И к нам никто не сунется. То есть они сами приехали на чужую территорию, а на свою, походу, никого не пускают. Здесь вот 37-й сила. ДСК. 27-й квартал. 27-й квартал. Сама провозглашенный. Смотри, замазали шпаклевкой. Вот это да. Вот смотри, как я нашел миниатюрный. Мини-мини. Мимимишка. В принципе, давайте. Здесь вот мы заметили силу просто, а контору нет. Я что так напишу. Название своей конторы, в которой я когда-то был. То есть мы все патриоты же своих улиц. Вот я напишу Юг. Юг сила. Я бы красиво же нацарапала. Это называется, что написано пером, не вырубить топором. Мы видим то, что вполне можно вырубить, в принципе. Логотип впервые встречается. ВНС знатоки подсказали, то, что это верхненагорная сила. Верхненагорнские так обозначались. Тукай короли. Это тоже тукай, скорее всего. И смотри, Жан-Клод. Ван Дам. Представляешь? ГХС. Газохалевские сила. То есть здесь такой творческий подход редко встречается. Вот именно такие логотипы. Здесь вот рука. Стоять, лежать, бояться. И вот такая молния. То есть это как бы знак опасности, к нам несутся. Интересный логотип. Тем временем уже стемнело. Вор Воровского сила. Логотип тоже впервые встречается, очень редкий. Еще вот здесь вот 21, так мы не могли понять, что это за 21. 21 сила. Вот 37-й квартал сила. 27-й, да. Или вот они также пишут 1. Логотип МГС. Жилка сила. То есть тоже редкий логотип. Редко встречается. Также можно встретить ХДК. Хайдерский двор короли. Но вот в таком формате тоже впервые встречаю. Здесь вот тукай короли. Смотри, тут как будто тоже что-то. Жилка здесь был тоже написано. И смотри, какой-то как будто череп. 27-й сила. Дом исследован полностью. То есть любители вот этого колорита, то есть группировки, логотипы и так далее. То есть этот дом, мне кажется, стоит посетить. Атмосфера того времени прям пропитана плоть. Начиная от перил, кончая стенами, я не знаю, шпаклевкой и вот этими надписями. То есть здесь 35-летняя история города на стенах. Так что милости просим. Хотя я не здесь живу, конечно, не помню. 14 этажей наскальной живописи.